земля, пламенный привет. Понимаете, насколько сегодня праздник? Сегодня даже Илюха с вами разговаривает. Он молчал целый год, весь прошлый год промолчал. Ой, вы у меня сегодня получите, конечно. Ну, немножко шепотом, конечно, говорит до сих пор с непривычки, но вы его услышите еще сегодня. Ребят, дайте свет в зал, пожалуйста. Нужно поговорить с этими корешками, дорогие мастера. Плотная забивка. Но вы знаете, да, что второй, у нас вышла на самом деле такая ситуация, хуй разбери, чего там получилось. В четверг был дополнительный концерт, но он был как бы первый, вот. Но все равно в